Уважаемые родители, Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан обращает ваше внимание на одну из важнейших тем, как управление транспортными средствами несовершеннолетними. Мотоциклы, новомодные питбайки и квадроциклы сегодня очень популярны, и, к сожалению, все чаще водителями такого транспорта становятся дети. Каждый родитель, покупая такой желанный подарок, должен в первую очередь подумать о безопасности и здоровье и жизни своего ребенка. Несовершеннолетний водитель, не владея даже элементарными знаниями правил дорожного движения, выезжает на проезжую часть, что в итоге может привести к трагедии. Питбайки, эндуро и кроссовые мотоциклы могут быть заманчивыми, веселыми, но использовать их на дорогах общего пользования не только небезопасно, но и незаконно. Вся эта техника является спортивным инвентарем, который должны использоваться только на мототреках и специально оборудованных площадках. Они не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования. Управлять мототехникой разрешено только с 16 лет, обучившись в автошколе и получив водительское удостоверение соответствующей категории. Уважаемые родители, исключите возможность доступа детей к ключам от любых транспортных средств. Запретите управление квадроциклами, питбайками, мопедами, скутерами и мотоциклами без соответствующего на то законного права и навыков вождения. Не допускайте детей к управлению мототранспортом и постоянно контролируйте их местонахождение. Задумайтесь о последствиях, которые могут привести такие опасные игрушки. Ваш контроль – залог их безопасности.